Первоклассники ловят каждое слово и дружно отвечают на вопросы сотрудников ГИБДД. А что мы знаем? На какой сигнал переходить, да? И новые задания, интересные, познавательные и творческие, выполняют с удовольствием. Нарисован знак, но он не до конца. Вот, допустим, вот это знак больница. А вы дорисовываете ручкой, как вы думаете, что здесь должно находиться. У каждого будут разные знаки. Один листочек на одну парту, хорошо? Заодно посмотрим, как вы знаете дорожные знаки. Дорисовывают старательно. Знак больницы получился очень сердечным. Там наверняка окажут самую быструю медпомощь. После сдачи теоретического экзамена юным участникам дорожного движения вручили первые документы. Настоящее удостоверение юных пешеходов. От восторга и гордости у малышей даже руки дрожат. Ежегодно на территории муниципального образования город-курорт Анапа 2 сентября проходит День безопасности. В этом году сотрудники отдела ГИБДД совместно с байк-клубом города Анапа провели День безопасности в средней школе номер 7. Цель данного мероприятия – привить навыки поведения детям на улицах и дорогах Краснодарского края. С 1 сентября на территории муниципального образования город-курорт Анапа стартует месячник безопасности. В рамках реализации этого месячника наше образовательное учреждение совместно с байкерским клубом нашим, совместно с инспекторами ГИБДД провели первое в школе занятие с самыми маленькими, самыми трогательными жителями нашей школы, первочками. Они сегодня получили у нас после прохождения курса обучения вот такие удостоверения юных пешеходов. Ребята для себя узнали много нового, потому что с ними сегодня работали специалисты. Спасибо за сотрудничество нашему байкерскому клубу и нашему отделу ГИБДД по городу-курорту Анапа. Уже опытные теоретики приступили к практическим занятиям. Первоклассникам разрешили посидеть за рулем мототранспорта. Разумеется, безопасный под присмотром взрослых. И если дети узнали правила дорожного движения на уроке, родителям представители мотоклуба напомнили еще раз. Хотел бы попросить родителей, чтобы они рассказали и показали своим детям о безопасности дорожного движения. Будьте внимательны во всем, будьте внимательны на дорогах. Спасибо.